Здравствуйте, уважаемые друзья! День за бортом плюс 6 градусов, и я хотел воспользоваться возможностью поздравить всех с 9 мая. Это праздник, с одной стороны, очень важный, с другой стороны, это праздник, который нас многому учит. С третьей стороны, мы обязательно должны их отмечать, все эти даты, потому что это наша историческая память. Неважно, из какой страны бывшего Союза вы, мои уважаемые зрители, важно то, что нет ни одной семьи, наверное, на просторах бывшего СССР, которую бы не затронула эта война. И независимо от того, как сейчас сложилась ситуация, мы все должны отдавать дань памяти своим погибшим и тем людям, которые отдали свое здоровье, а абсолютно все отдали свое здоровье на этой войне. И поэтому я вас поздравляю с этим праздником. Я желаю, чтобы над нашими головами всегда было мирное небо, и чтобы наши дети, наши внуки и все, кто жили после нас и будут жить после нас, они никогда не прошли через то, через что прошли наши деды-прадеды. С праздником!